Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Алькатала. Подъезжай, машину. Следи. Хорошее место. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Кадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в жопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцом, Ник. Экспансивный 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Спрячь пока. Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать. Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Покажи ему. Отлично. Николай, прибраться бы. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. Отлично. До тех пор он нужен нам живым. Если волк жив, он будет вами готов. Мясник убегает! Чисто! Все чисто! За ним! Не давайте меня преследовать! Бей! Стойте! Жми быстрее! Понимаю. Отдохнули и будет. Не дай ему сбежать! Бери! Готов! Дверь на улицу открыта! Твою мать! Николай, цель уходит на север! Готовься к эвакуации! Понял, я вас отслеживаю. Как? По выстрелам, разумеется. Следи дальше! Конец связи! Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Понял? Как ты меня понял? Они умрут. Сержант? Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Сержант, мясник уходит по мосту. Контакт! Впереди! Машина! Черт! Убей! РПГ уничтожен! Чисто! Мясник убегает! За ним! Вот нажми! Он за окном! Вон там! За ограждением! Ник, он срезает через кафе по набережной к югу! Ты где? Я на подходе, капитан. Не дай ему сбежать! Берегись подкрепления! Откуда же они берут? Осторожно, молотом! Он уходит!
Хватит! Найди! Минус 3! Не потеряй его! Он бежит к реке! Николай! Вот и он! С сотрясением особо не побегаешь. Просто царапина. Машина! Мне же надо знать, куда отправлять ваши головы! Нахер иди, говна кусок! Так, у нас проблема. Что? Движок пошаливает. Химикаты! В жопе твоей, русский! Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов! Перестань, капитан. Топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Эй, спокойно! Ах ты сраный придурок! Надо расколоть этого гада! Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Сыворотка правды. Пожалуйста, это отпустите нас! Мы ничего не знаем! Переговоров. Возможно, мясник передумает. Мама, что случилось? Не делайте моему сыну больно! Мы сделаем все, что вы скажете! Мама. Не бойся, ты у меня храбра. Куда мы идем, мама? Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать... То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься? Останусь, сэр. Отлично. Отдай. Нет, пожалуйста, нет. Уса. Мама, осторожнее, сними сок, это сын. Полную силу хотел? Смотри. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему несложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас. Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Эй, нет. Эй, послушай, хватит, они совсем ни при чем. Остановись! Как и мальчик из посольства. Послушайте, не надо. Прошу, не трогайте их. Сержант, капитан, не надо, им нечего вам сказать. Где Хадир и Газ, я спрашиваю. Вам ничего не исправить, ничего. Что должно случиться, случится. Что за черт? Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так, последний шанс, где Газ? Паш, не трогай его, послушай! Нет, пожалуйста! Ладно, слушай! Кировский театр! Нет, это правда, клянусь, правда! Газ там, в Кировском театре, клянусь тебе! Где Хадир? Свежая кровь! Вы его уже не остановите.
Идите, сержант. Спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Мы все, у тебя минута. Мы уходим. Россия и Запад. Да. Идите, сержант. Да. Николай, газ в Кировском театре. Убей меня. Забирай, выходи на связь. Убей меня. Карета подана, она вывезет вас из города. Кадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Гэрик, сюда, прикрывай нас. Принято. Грань между добром и злом очень тонка. Три, два, один, входим! Всем стоять! Не двигаться! Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет.